Наивысший расцвет аэропорта пришелся на середину 70-х. После строительства взлетно-посадочной полосы самолеты летали во все поселки, а в Красноярск в день по 5-7 рейсов. Были времена. 80-е коллектив аэропорта насчитывал до 400 человек. Дружный молодой коллектив с богатой историей, традициями. Спорту уделяли особое внимание. Все изменилось в годы перестройки. Падение объемов, реорганизации, сокращения. Злые языки пророчили закрытие аэропорта. Однако вот уже пару лет, как предприятие, вновь встало на крыло. Аэропорт Богучана на сегодня представляет себе стабильное предприятие, которое оказывает услуги авиакомпаниям, которые как и базируются у нас, так и пролетом оказывают услуги. То есть это загрузка, заправка, ночевка, стоянка. По сравнению с прошлым годом были хорошо, работали мы с прибылью, шли с небольшой, но прибылью. В этом году маленько похуже. Это сказался, говорит, мировой кризис. Он сказался на тех заказчиках, которые заказывают у нас воздушные суда, которые мы обслуживаем. Полетов стало чуть меньше. Сегодня Богучанский аэропорт работает с несколькими авиакомпаниями. Красавиа и Аэроэнерго здесь базируются, то есть 6 вертолетов как дома. Богучанские пилоты в пределе. Начало вторым пилотом Ан-2, 3 года, потом 5 лет командиром Ан-2, потом переучился на Ми-8, 5 лет вторым пилотом на Ми-8, с 91 года командиром Ми-8. Ну вот что держит здесь? Что держит? Не позволяет уйти. Жизнь, природа, любовь. Природе. Воздушный флот – это не только пилоты. Основная часть коллектива работает на обслуживании. Аэродромная служба, электросветотехническое, управление – и это лишь некоторые. Коллектив постоянный, опытный. Нина Кавезина, бухгалтер, здесь с 1977 года. Все любят авиацию, все стараются, чтобы аэропорт работал. Ремонты всякие производим, чтобы наше предприятие процветало. Сами себе работники аэропорта желают как можно больше заказов. Говорят, когда много работы и жить веселей. Понятно только тем, кто пережил времена ее ожидания. Хорошая погода, надежная матчасти. И работа, чтобы была всегда. Это главное. Ну, пользуясь случаем, поздравить всех ветеранов гражданской авиации, вот, работников предприятия, их семьи, пожелать им здоровья, удачи, чистого неба, как говорят у нас, мягкой посадки. В зале ожидания аэропорта всегда многолюдно, но, увы, никто не полетит самолетом. Пассажирские перевозки выполняются только в период распутицы и только вертолетом. И все-таки всегда есть надежда. Возможно, когда-нибудь в Богучанском аэропорту вновь станет тесно вертолетом и самолетом. Пусть это будет главным пожеланием к празднику. Евгения Шамренко, Александр Черкашин, 10-й.